Грядущее аномальное похолодание больше не пугает жителей Уссурийского района. Справиться с февральскими морозами уссурийцам помогут теплые автобусные остановки, которые уже к началу февраля появятся на центральных улицах города. Вот бы хорошо, если бы были отапливаемые. Да. Ждем теплые остановки, потому что очень холодно. Средства на долгожданные места обогрева были выделены из городского бюджета. По утвержденному проекту все автобусные остановки будут оборудованы специальными тепловыми устройствами, которые позволят с комфортом ожидать общественный транспорт даже в самую холодную зимнюю стужу. Во всех городах уже принято устанавливать новые тепловые установки. Почему до сих пор у нас нету этого? Я сейчас принимаю решение, чтобы установить это все. Температуру на отапливаемых остановках будут регулировать сами жители города. Также, по заверению Виталия Наливкина, если данная технология обогрева успешно себя зарекомендует, она будет передана и в другие регионы страны, в которых также имеется нехватка теплых автобусных остановок. Вам привет от нас, от алкашей нахуй.